Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня появилась чудесная новость для нас всех. Сегодня Игорь Яковлевич поделился на своей странице в социальной сети Instagram видео с записи новогоднего концерта «Голубой огонек». А вот это вот Штирлиц никак не мог предвидеть. Как вы, Игорь? Давайте с ним. Давайте с ним. Давайте с ним. У казахов так принято. Мы снимаем сегодня новогодний огонек. Дорогие друзья, прям очень волнительный момент для меня, потому что спустя 9 месяцев я опять же вышел на сцену. Сильно соскучился по всем вам, сильно соскучился по сцене, конечно же, по Игорю Яковлевичу и по его роялю. И по совсем новой песне, которая, надеюсь, станет любимой. Надеюсь, вам понравится, да. Ну что, друзья? Похоже, что в ночь с 31 декабря 2020 года на 1 января 2021 года нас ждет великолепное представление, которое украсит долгожданный сюрприз от Димаша Канатовича. С кем же ты? И, конечно же, это очень приятно, что совместное трио 2 метров эстрады Игоря Крутого и Игоря Николаева и обладателя титула «Народный артист мира» ознаменует собой не только окончание 9-месячного перерыва, но и переход от сложного 2020 года к новому 2021. И это очень символично. 2020 год запомнился огромным количеством теплых и добрых воспоминаний, несмотря на то, что это был очень сложный год. И, конечно, мы все надеемся, что 2021 год станет совсем немного лучше, чем 2020. Мы говорим совсем немного, чтобы 2020 год не обиделся. Он все-таки еще не закончился. Спасибо, друзья. Еще увидимся. Буду рад встретить ваш комментарий под этим видео. Пожалуйста, микрофоны на артистов. Да. И почему-то я часто слышал о том, что на телевидении все не происходит. Сегодня в этом видео все. Опа. Это один, а у нас сейчас один. Это муляж. С Новым годом! Ура! С Новым годом! Аплодисменты!